Ангеле Христов святый, к Тебе припадай, молюсь, хранителю мой святый, приданный мне на соблюдение души и телу моему грешному от святаго крещения, аз же своею леностью и своим злым обычаем, прогневах Твою пречистую светлость и отгнах Тебя от себе всеми студными делы, лжами, клеветами, завистью, осуждением, призорством, непокорством, братоненавидением и злопомнением, сребролюбием, прелюбодеянием, яростью, скупостью, объедением без сытости и опивством, многоглаголанием, злыми помыслами, лукавыми, гордым обычаем и блудным возбешением, и мысь самохотение на всякое плотское вожделение. О злое мое произволение, его же и скоти бессловеснее не творят, да как и возможешь, и возрете на мя или приступите ко мне, ати псу смердящему, которому очима ангеле Христов, возриши на мя, оплетшися зле во гнусных делях, да как уже возмогу отпущение просите горьким и злым моим и лукавым деянием, вняжев под даю по вся дни и ночи и на всяк час, но молюсь эти припады, хранителю мой святый, умилосердися на мя грешного и недостойного раба Твоего, будь ми помощник и заступник на злаго моего сопротивника, святыми Твоими молитвами и Царствие Божие причастниками осотвори со всеми святыми, всегда и ныне, и присно и во веки веков. Аминь.